Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Crysis 3. В последней серии мы разбудили Альфа-Цефа. Так что теперь мы далеко не главная проблема организации ЦЕЛ. Здесь творится что-то совсем непотребное. Но, тем не менее, давайте пробираться. Нам нужно избегать света фонарей и двигаться куда-то в ту сторону. Давайте сразу всех пометим. Так, окей, как-то в ту сторону. Я думаю, надо повыше подняться. Будет получше. Успеется. О, светит как надо. Кто ходит прям тут? А, это животное, понятно. Я думал, кто там топает. Так, хорошо. Все, я думаю, двигать. Пора двигать. Блин. Вот эта разруха, она, конечно, еще сыграет свою роль. Нужно привыкать к окружению. Сейчас заберемся повыше и осмотримся. Ай, да что ж такое? Почему-то ты не хочешь прыгать. Окей. Прыгни, пожалуйста. Нет, никак. То есть не вырезано, не доточено. Ну да ладно. В принципе, отсюда можно посмотреть и увидеть все, что нужно. Хотя, конечно, я бы хотел туда забраться, потому что там, я думаю, прикольно. Такое ограничение, на мой взгляд, выглядит довольно глупо. Пока что не могу сказать, что игра как-то там дико хватает звезд с неба, но такая ничего. Я ее больше воспринимаю как неплохой такой аддон к понравившемуся мне второму Крайзису. Это ни в коей мере не третья часть, это Крайзис 2 на стероидах. Вот так вот. Так, кстати говоря, ну-ка. Хотя шуметь особо не будем, я думаю. Они сюда пойдут? Тихо, ребята. Прикольная эта способность, которая дает мне наблюдать за их передвижениями. Осторожно, не палимся особо. Я думаю, надо маленько тут пошуметь, чтобы они сюда силы стягивали, а мы в это время... Кто там что-то услышал? Прикрой меня! Не было ничего, не выдумываю. Кажется, ничего. Да вообще ничего. Капец, его накрыло там. А это что такое? Водонапорная башня. Пока что мне не нравится вода. Она... В принципе, прикольно, но как-то амплитуду колебаний надо было поменьше, по-моему, она выглядит как какое-то желе. Хорошо. Давай сюда стрелу. Так, ну и что? Ух ты, сколько насадок, я думаю, это нужно взять. Так, теперь мы отойдем обратно сюда, в наше укрытие. Маленько отсидимся, пока более-менее спокойно. И посмотрим, что у нас на пушке. Так, рукоять. В принципе, неплохо. На него глушак бы, конечно, еще поставить. Но, повторюсь, пушка моя самая любимая. Так, окей. Берем лук. Я не могу сформировать свое отношение к луку. Он, в принципе, с одной стороны, очень крутой. Но с другой сделан как-то... Упс, пардон. Могли бы гораздо более изящно это все сделать. Хотя, с другой стороны, на геймпаде, наверное, играть с ним более удобно, потому что, не знаю, мне он не больно нравится. Рядом с твоей локацией железный конь, это их связные. Наверное, засовывают свои грязные секреты в Шреддер. Пророк, если тебе удастся найти эти данные, то, может быть, ты узнаешь, кто меня пытал. Да тут может быть целый склад секретов Сел.
Хорошо, это нам нужно двигаться на 120 метров туда. Ладно. Я думаю, это вполне осуществимо. Новеньких никого нет. Кстати, кто-то говорил, что... Блин, давай вырасти. Некоторым не хватает экшона. Это по большей части стелс-прохождение. Крайзис, она всегда чем мне нравилась. Тем, что геймплей можно было настроить под себя. Кто-то бегал с пулеметом наперевес. Кто-то больше полагался на скрытность. Мне нравится действовать вот так вот тактично. Так что вот такие дела. Что бы это могло быть? Прижмите его! Так, у нас кипиш начинается, да? Заметит, нет? Окей. Ой-ой-ой. Я не заметил тебя. Кстати говоря, это полезная штука. Только ее надо поломать сначала. Это нам пригодится. Все, теперь у нас есть прикрытие. Ну что, ребятки? Хорошо. Блин, мне это нравится. Мне сейчас DLSX вот эта вот любовь ко всяким турелям, которые можно взломать, и в итоге все начинают страдать ячайше. Че, народ там кольцо сужает? Ну и хорошо. А мы уже тут. Так, маленько передохнуть. Они посылают сопровождение. У тебя будет время на перехват. У тебя будет немного времени. Но мне необходимо выяснить, кто меня пытал. Это поможет решить некоторые проблемы личного характера. Ну, вроде никого, да, пока. Тут еще одна турель. Кто-нибудь кого-нибудь видит? Ну, кроме турели. А турели мы вроде закрыты этим блоком кирпичным. Так, тихонько. Здесь все прощупывают лучами. Я засек железного коня. Отлично. Ищи файл лаборатории. Так. Тихо. Замереть. Что такое? Господа, говорят, наибольший дурак – старый дурак, а Карл Раш воистину старый дурак. Перспектива получения инопланетной технологии, наивная вера в то, что однажды ее удастся использовать для всеобщего блага, позволяет нашим агентам ЦЕЛ продолжать влиять на него и его решения, как председателя Хагриф Раш Биохимикал. Рад сообщить, что теперь ЦЕЛ – теперь ключевое подразделение ХРБ, и мы продолжаем расти, как в уровне влияния, так и в выделяемых ресурсах, превосходя даже самые оптимистичные прогнозы. Понятно. Читаем на паузе. Хагриф, по-моему, был во второй части, да? Это тоже такой совладелец компании. Серьезный дядька. Горилла на задании не может быть вызван. Простите, купол свободы, но вы сами по себе. Блэкхарт. Инициатива Блэкхарт. Понятно. Знакомая фамилия тоже. Трава в игре, конечно, просто шикарно выглядит. Так, здесь полно всяких данных. Карта доступа. Имя зачеркнуто. Да ладно. Нашел. Что там? Маскировка тебя не спасет,
Ничего, отредактировано. А, твою мать! Мне помогло. О, так, это что такое? Имена повстанцев? А, подожди, это имена тех... С кого получали костюмы, срезали, что ли, я так понимаю? Прикольно. Так, Карл Раш опять, очевидные данные. Все как всегда. Подтвердите, что это учение. Конечно, учение. В предыдущей серии мы видели, насколько это учение. Так, окей. Можно двигаться дальше. Наверху там стрелы. Надо будет взять, я думаю. Только найти, откуда подняться можно. Ребята все там бесятся. Я думаю, пусть бесятся. Хорош. Отлично. Хорошо. Так, ну, ой, тихо, паримся. На секунду стоит зазеваться, этот лучик уже все, проблемы сразу. Сейчас народ сюда двинет, к шуму. Нам это даже на руку, потому что сейчас мы взломаем турель. Так, нужно обойти как-то его. Отсюда сможем, нет, проглядеть? Раз. Ой. Все, понял. Так, теперь она смотрит в ту сторону, а мы сможем маленько. Помутить с этой. Первый, второй, третий, четвертый. Все, пошла жара. Пиши мне. Отлично, 100 метров в ту сторону. Товарищ прям на унитазе сидит. Не знаю, сеттинг в игре, по-моему, очень крутой. Но при этом во втором крайсе был гораздо круче. Что это, что такое? Капает, что ли, что-то? Все внимание на этот золотой круг. Если заметите хоть малейшее движение, взрывайте на куски. Никакой пощады. Так, это проблемы. Взрывать, пожалуй, ничего не надо. Пока что тихо, но сейчас начнется, я так думаю. Подожди, это турель? Это турель. Отлично. Так. Все, пошумит. Мины. И мины. Так, отсюда мы и сможем пройти, я думаю. Отлично. Все, двигаем дальше. Пока что все идет просто идеально. А что это такое вообще? А, турель. Подходите и будьте внимательны. Могут быть проблемы. Тихо. Что это было? Кто-то нарвался на мины, что ли? Или это граната была? Похоже, для нас будет лучше, если мы обезвреем вот это минное поле и обойдем оттуда, с той стороны, откуда они вообще не ждут нас.
Блин, вот это прикольно, именно вот открытость его и то, что позволяет самому решать, как что делать, это, по-моему, вполне себе неплохо. Так, окей. Еще бы, конечно, подольше действовала моя броня. То есть энергия на моем костюме. Хорошо. Там еще данные. Что происходит? Ай, молодец, ко мне спустился. Да он сам взорвался, я к этому не имею никакого отношения. Тут кто-то есть. У нас... Давай, иди сюда, родной. Моя стрела. Пожалуйста. Так, блин, ты прыгай ты. Внимание на объект! Тихо. Бросаю Эми! Это плохо. Могу. Хорошо, двигаемся дальше. Сюда бы глушитель не помешал. Я думаю, немножко шума лишним не будет у нас. Так, где подъем наверх? Смотри, какой самоуверенный, да? Надо бы еще с турелью разобраться, а потом. Так, отлично. Здесь мы можем отсидеться. Тихо. Я застрял. Я в тебе застрял. А их тут полно. Надо мной вроде никого практически. Многие, кстати, говорят в комментариях, типа, как невидимый человек может быть, как отбрасывать тень. Он не невидимый, у него камуфляж адаптивный, приспосабливается под окружающую среду, свет не преломляет. Так, а что это? Может быть, неплохая пушка на данный момент? Хотя, конечно, не люблю я пулеметы, но почему бы и нет? Пошуметь маленько. Ребята, держите подарочек. Готовы. Так, ну и двигаем дальше. Почти пришли. Ты не можешь прятаться вечно, просто... Нормально. Хотя я, конечно, не рассчитывал на это. Так, всех метим.
Отлично. Задание. Эта маскировка тебя не спасет, гад! Окей, выдвигаемся! Давай-давай, выдвигайся. Опс. Так, ну все, короче, пришло время пошуметь. Так, все по-прежнему тихо. Мы отсюда, что ли, перелезем? Понятно. Зиплайн. Так, давайте посмотрим, что за данные у нас тут. Это не учение. Восход Алой Звезды запущен. Начать подготовку. Понятно. Отлично. Сколько у меня уже их? Три? Это что? Вот это, кстати, хорошая штука. Вот это самое лучшее, я думаю. Так, ну и все, уходим. Пока подкрепление не пришло. Не, ну это прикольно. Уровень вообще понравился такой, именно стелсовый. Прям на секунду ощутил себя в каком-то таком старом, олдскульном стелс-шутере. Типа Splinter Cell первых частей. Так, у нас что-то потряхивает. Пророк, ты слышишь? Связь была нарушена. Электромагнитный импульс вывел из строя сеть. Раш в самоволке. Надо бы его найти, но Майкл занят. Вот как ты заговорил, да? Только что меня кто-то ненавидел, по-моему. О! Сефы прилетели. Так, что-то как-то мне эта высота не особо нравится. Так, мои стрелы лежат. Ну, хорошо. Сюда мы не попадаем. Да, похоже, что нет. Сейчас появится, я чувствую. Но пушка против них самое оно, то, что нужно. Смотри, какая разруха кругом поросло все. Мертвый оперативник, даже не один. Слушай, война идет. Плохо. Офигеть. О-хо. Это что такое? Готовьте людей к новой битве. Правила изменились. Так, ну. А вот и они. Судя по записям Сел, рядом с тобой есть Сеф, носитель разума. Ты чувствителен к внеземному влиянию, тебе лучше отойти подальше. Никак нет. У Сефов общий коллективный разум, управляемый Альфой.
Теперь, когда он на свободе, они просыпаются. Если эти носители разума — часть процесса, то мне нужно быть настороже. Коллективный разум? Но в твоей ДНК много внеземного материала. Не думаю, что это хорошая идея. Ну, на самом деле, тут она права. Мало ли, что там произойдет. Уже во второй части у нас были серьезные приходы. Так, между тем у нас цефы. Нужно быть максимально аккуратным. Прорыв! Это башня 436! Нас атакуют! Многочисленные силы цефов направляются к нам! Башня 436, это наземная часть Тета-2. Мы укрепляем оборону. Это один, это дозорный. К вам направляются так, крупные силы понял. Противника. Я насчитал 8. Поправка, 10 частей. Вот так вот. Что, заметил? Башня 436, у нас тут серьезные проблемы! Пломите им, пока они не сели нам на голову! Защита башни снижена на 60%! О, сразу заметили. Они уменьшаются сотнями! Что происходит? Да, с этим, я думаю, будет проблема. Пулемет, стерва. Так, надо валить. Давай, родной. Отлично. Так, ну пока что по-прежнему наш костюм слишком силен для них. Ничего особо прям дико страшного не вижу. Так, там еще приходит. Свидания. Пророк, отзовись! Встреча! Мать ее! Сейчас все будет, подожди. Не психуй, псих. Можно попытаться, но тут такой бардак. Сзади! Эти цепы! Я думал, те ублюдки на Линшане были крутыми. Ну, конечно. Давай! Так, берем. О, сколько у вас тут, ребятки. Все, вроде всех пометил. Валим. Нормально. Народ маленький-то нас забеспокоился. Нам того и нужно. Сейчас они соберутся все в кучу, а мы их перебьем. До свидания. Что за мусор из него выпал. Не люблю инопланетное оружие. Установили. Пошли дальше. Так, пометим. И давайте к стеночке куда-нибудь сюда. Прям уж со всеми воевать не будем. Вы видите их сколько. Лучше обойдем, я думаю. Всех все равно не прибьешь, они как тараканы. Один прям тут.
Хорошо. Ну, давайте. О, это плохо. Жен. А я хотел их в ловушку заманить. Ну ладно. Значит, тем более пора уходить. Потихоньку двигаются вдвоем. С пулеметом такое ощущение, что я присаживаться не могу. Ой, ты посмотри. Сейчас нарвусь, походу. А, блин! Давай, родной, посмотрим, кто кого. Блин, я в темноте практически не вижу. Ух, у вас порядком, да? Только не это. Надо прятаться. Да, заходи ты туда, елки-палки. Вот это тупо, то что... Здесь смотри, какой этот... А нет, как раз можно дать. Минпардон, обругал игру ни за что. Свидания, приходите еще. Нормально порубали. Хорошо, минус нули. Так, ну что, подходим? Что-то как-то неспокойно мне тут. Нужно запрыгнуть. Еще бы это было просто сделать, конечно. Блин, я застреваю за невидимые стены. Вот отсюда, допустим. Убирайся! Нет! Псих. Хорошо. Псих? Слышу! Чего надо? Ничего, просто проверяю. Ожидаемое время прибытия на встречу примерно 30 минут. Там кто-то есть или он за стеной? Так, я думал чуть повыше стрелять. Но, судя по всему, нужно целиться прямо туда, куда пойдет. Ну ладно. Так, ну что, давайте на этом завершим, наверное, эту серию. А следующий пойдем уже к лаборатории Cell по снятию костюмов. Ты посмотри, током шарашит. Короче говоря, это прикольно. Блин, вот этот уровень мне нравится пока что больше всего. Здесь и стелса хватает, и экшена. То есть действуешь как больше нравится. И поэтому как-то все это очень круто воспринимается. Ну и кроме того, это все, конечно, очень красиво выглядит. Я даже не думал, что ночные уровни могут быть настолько графонистыми. Графон тащит. Так что, увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.